Какой же ты эпичный батл? Да что вообще происходит? Остановись! Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Да! Ой! Нани? Аригато гозаймасу! Умукато! В общем, сегодня мы вместе с Марти будем играть в Ninja World, а именно симулятор ниндзя. Да, станем самыми крутыми ниндзями. Давай. Короче, бери меч в руки и давай, давай, руби воздух, прокачивай себе уровень. Да. Слушай, давай-ка мы с тобой попытаемся выйти в свет, так сказать, да? Посмотрим, что это за батл-зона такая. Давай. А, видимо, мы здесь будем уже сражаться с другими типами. Да? Ты готов, да? Это PvP-зона получается? Да, это PvP-зона. Сейчас будет весело, побежали! Что происходит? Кто кого бьет? Я не понимаю. Короче, меня уже убили. Да, я убил кого-то, смотри. Я еще мещу! Где я заспавнился? О, я умер. Так, респаун. Я заспавнился где-то в очень странном месте, где-то возле водопада. У меня тут все розовое, это получается эти растения из Японии. И ты тоже тут, да? Растения из Японии? Это называется сакура. Сакура. Неправильно так говорить. Не-не-не, нужно говорить вот так. Сакура. Сакура. Я не... Так, давай, иди сюда, где ты там находишься? Слушай, я пытаюсь... где-то возле синего дома какого-то, ты сейчас сам где? Синего, так, тут дерево с... А, нет, это получается попкорн, что ли? Слушай, а ты заметил, это что мы как бы не деремся мечами, а метаем их, бросаем? Не-не-не, ты чё, нет, да, я просто... Да, именно... мы не бросаем. Да ладно, сейчас проверю. О, кстати, да, смотри, мечи летят, мы можем, получается, издалека стрелять. Да, да, я только что так одного типа убил, вот сейчас другого убиваю, убил его! Блин, о, тут я нашел одежду. Офигеть, тут я сейчас на каком-то красном мостике, давай сюда, ты где? Давай, я пока не вижу ничего такого вообще. Слушай, здесь еще эссенсы какие-то разбросаны, когда мы их собираем, то нам опыт дается. А, так вот что это. О, я тебя вижу. Нани! А ну-ка! Аригато! А как тебе такое? А как тебе такое? А как тебе такое? Что такое? Ты меня почти убил! Нет! Надо целиться лучше, целиться! Ты от первого лица бандился? Нету, не от первого. А ты от первого? Я? Нет, не от первого. Давай от первого попробуем, слышь? Ну давай от первого попробуем, только сейчас я тебя немного прокачаю. А, подожди, нужно махать мечом этим, да, чтобы прокачиваться? Да. Все. Вот у меня опыт накапливается, я уже второго уровня. Да, отлично. Только, блин, мы тут уязвимы. Это нужно делать на базе или там... Нет, там тоже можно прокачивать. Да не-не-не, в принципе, здесь нормально. Я тебя вижу, стой, Марти. Марти, вот сейчас не двигайся. Не двигайся. До свидания. А, это не ты. Или ты, я не знаю. Здесь какой-то чувак летает. О, одежда! Вот это прикол. Да? Подожди, где одежда? Одежда была далеко от меня. Ну вот, я сейчас уже у одежды. А ну-ка, сейчас... О, еще можем прыжки делать прикольные в воздухе. А мы еще одежду можем сменить на определенном уровне. То есть 3-й, 7-й, 50-й. Да, 100-й и так далее. О, здесь чувак 25-го уровня. Погоди, давай мы его сейчас загасим. Только не по мне. Нет, чувак. Нет, все, я валю. Я ему ничего не могу сделать. А, это сейф-зона. Смотри-ка, иди сюда. А, то есть, да-да-да, тут ничего нельзя сделать. Да, шикарно. Тут мы с тобой бессмертные. Так, поэтому ты тут спрятался, так. Ладно. А, так ты тут еще прокачиваешься. Ох ты какой. Ну да, ты что думал, я просто своим мечом махаю? А ты мне сказал, да нет, нормально, можно и там качаться. А сам тут стал в сейф-зоне. Ну как бы сам понимаешь, пока ты спишь, твой враг качается, да? А, слышь, написано, что тренировки идут медленнее, когда ты находишься, что ли... В сейф-зоне, да, походу. Сейчас, погоди-ка, давай проверим. Ну да, здесь реально тренировки быстрее идут. Я тебя все равно не могу, вот, смотри, я тебя мочу. Привет. Ай, больно. Что случилось? Ты меня чуть не убил. Не понял, а почему было резко стало, что... Я не знаю, ты меня чуть не вырубил. Ура, я третьего уровня. Все, я взял себе одежду, кимоно. Оу, е. Блин, а там только третьего уровня можно взять одежду, да? Ну да, здесь 3-й, 7-й, 50-й, 44-й, 31-й. Вот 100-й самое классное. Это знаешь, одежда из фильма «Черная пантера». Кстати, да, я тоже пойду в одежду возьму. У меня тоже 3-й уровень. А, вон, я вижу. Надо аккуратно проходить, а то другие ниндзя нас загасят. Ты где? Да. Там одежда где? Да, я стою здесь у одежды. А ну-ка, какой там 3-й? Слушай, 20? А здесь можно купить опыт уровень себе сразу? Не, нельзя. X2, XP.
звучит интересно. Я Наруто. И 10 робоксов всего стоит. И насколько это? Это на 10 минут нормально. У меня теперь баф появился. А где ты это увидел? А, точно, да. Да, за 10 робоксов можно купить эту штуку. Можешь купить ее. На 10 минут нажимаю. И давай. Че это я буду от тебя отставать? Нет, ни за что. Не-не-не, да погоди. Все, я взял. Меня тут какой-то чел пытается убить. О, да, прокачка идет. Он не дает мне прокачиваться нормально. Отвали от меня. Ладно, ладно, я его вырублю. Раз, одного вырубил. Давай, второго, второго атакую. Где ты там? Я на крыше этого магазина с одеждой. По чуваку стреляю. Давай. Я уже четвертый левел. Вырубил его. Е-бой! Я уже шестой. Что? Нифига себе, почему? Из-за того, а что... это, а, видимо, за убийство, что... да. А-а-а! Кто меня вырубил? Ты меня, что ли, вырубил? Ну, не знаю, я начал стрелять, но, наверное, я тебя убил еще. А, блин! Иди отсюда! Аригатуа, очень информативно. Каригава на Мизуки, как там еще? Давай, о, я слышу! Я его почти убил! Я убил его! Так, я с каким-то суперменом батлюсь. И дальше прокачиваемся. Слушай, реально сложно от третьего лица здесь батлиться. От первого лица намного удобнее. Да, я, кстати, от третьего. Мы тогда хотели от первого. Давай от первого подеремся. Давай от первого, да-да-да. Ты где сам? Сейчас я наберу седьмой, я рядом с одеждой. Ты седьмой уровень уже? Вот почти. А я по-прежнему шестой. Все, я реально быстро прокачиваю. Шучу, я уже девятый левел. Да ты офигел! Ты там мощь со чуваками, а ну иди сюда. Опять меня кто-то убил. Что происходит? О, у меня появились, кажется, двойные прыжки какие-то. Не, я вроде тоже самое, ладно. Так, давай, ты где? Я тут спрятался, жду тебя. Точнее, я возле одежды стою, да. Да? Идешь сюда? Опа! Не ожидал такого, да? Не ожидал? Я сам хотел тебя подстеречь. Да, я видел, спрятался там за уголочек, заныкался. Блин, сам меня затроллил, черт. А ну-ка иди сюда, все, я злость. Я меняю себе кимоно на белое. Все, теперь в белом кимоно сейчас буду. Это какой уровень? Это седьмой. Седьмой. А, ну все, я тоже могу поменять сейчас. Да, еще нормально. Понять бы, где, блин. Я новый... О, кстати, сферы нужно брать. Я что-то совсем на них... Так я же тебе говорил, что сфера это опыт. Ай, ты их собирал, что ли, все это время? Нет, ну я просто по совместительству. Бывало, попадалось что-то на глаза, я их собирал. Ты че? Ну это нечестный батл, ребят. Это просто нечестный батл. Мы ниндзя, мы те, кто в ночи как бы берет и дерется. Поэтому в ночи честности тут и нет. Ладно, так, я где-то на дереве. О, это что такое? Это летающий фонарь. Не-не-не, летающий фонарь, прикол. Ты готов? Это три, ты, что ли? Или... два, один, тебе конец! Да я шучу. Я даже тебя не вижу. А я уже драпать сразу начал. Блин, здесь очень красиво ночью. Я куда-то забрался, сам не знаю куда. Там гигантские мечи в этом, в небе. Мечи? А, да, и правда. Это водопад же, не? Нет, там мечи большие в небе. Какие мечи? Вот один красный. В небе именно. Где в небе? Прям большие. Блин, ну ладно, забей. Вон красный, я стреляю. А, кто меня мочит? Да нет. Ты где сейчас, скажи? Я возле одежды опять. Возле одежды? О, блин, чувак, если бы я знал, где этот магазин одежды, было бы намного проще. Да ты уже подкрадываешься ко мне. Нет. Я серьезно, я не подкрадываюсь. О, здесь есть локация, которая с 50 уровня только разблокируется. Нам еще далековато. Да. Ты какого уровня? Я? Я уже 13-го. Нифига себе, ты ч... Блин, как ты так быстро? А ты какого уровня? 9-го. Так ты купил 2 X? XP? Да, купил. Так, но ну, я... активней прокачивайся. Ладно, я белую одежку взял тогда. Ура, я 14-го уровня уже. Да ты задрал. Сейчас я еще куплю из 2. А ты один раз покупал? Так где ты? Ай, блин, меня убили, ладно. Я иду в сторону магазина одежды потихонечку. Ох, я оказался, что это за место пустынное какое-то, лестница. Давай сюда, ты где? Да я пытаюсь, я не знаю, где я, тут какая-то... Так, начинаю батлиться с каким-то ниндзя 55 уровня, что происходит вообще? Это кто? На меня какой-то чел спрыгнул с воздуха. Йоу, мужик. Есть, я его убил. Так, я 15 уровня, продолжаю батлиться. Гря! Да подожди меня, так интересно. Я 15-го уже. О, чувак, а я забираюсь все выше и выше. На дерево нет, я упаду сейчас. Фух, не, походу я не смогу забраться. Есть, я убил чувака в сейф-зоне, ты прикинь? Да ладно. Да. А, кстати, ты тоже заходил вроде в сейф-зону, и я мог тебя убить. Так, падаем быстро, а вот он водопад. Вот так, это батл.
А ну давай забатлись. Слушай, я почему-то огнем свечусь. Это вообще законно? А я вижу, кажется, тебя. Не-не-не, не надо, даже не думай. Пока я стою здесь прокачиваюсь, даже не думай. Блин, да я... Ладно. Да где ты? Иди сюда, к магазину одежды быстрее. Да я вот в текстурах спрятался, чтобы прокачаться хоть чуть-чуть. Да иди сюда, к магазину одежды. Чтоб ты меня убил, да? Нет, нет, я тебя не буду убивать, серьезно говорю. Да, тебе верить, знаешь. Да я тебя убивать не буду, зачем мне тебя убивать? Давай лучше затимимся. Да, давай затимимся. Так. Где ты там? Я 17 левела, я здесь, вот он ты, да? Да, ты забежал. Да. Хоба, стой здесь, вот он я, WhatsApp. Ты 15-го показывает. Ты куда побежал? Ты вообще не за мной идешь. Ты различаешь игроков, объясни мне. Ты их различаешь или просто видишь, что кто-то бежит, и такой, ну это, наверное, ты 100%. Мне показалось, что это ты, черт. Так, ну что, давай с кем-нибудь побатлимся. Давай, давай, где? О, может быть, я себе какой-нибудь меч хаоса возьму? Ты летать, что ли, умеешь или нет? А, мне робоксов не хватает. Shadow Pack тоже купить не могу. Есть какая-то обычная катана. Не, здесь все очень дорого. А что такое Change Clans? А, здесь еще кланы какие-то есть, ты прикинь? Что ты делаешь? Ладно, давай от первого лица батлиться на счет три. Готов? Давай, давай. Раз. А ну-ка. Два. Да. Три. Да. А ты, блин, где ты там прячешься? Сейчас. Быстро прыгаем. О, йоу, как нас учили в нашей школе. Па-па-па-па-па-па-па-па-па. Та. Папа, что-то ты какой-то не особо быстрый на самом деле. Ты по мне еще ни разу не попал, ты прикинь? А, нет, ладно. Попал. Попал? Да. Ты по мне уже писец сколько попал. Зачем я палю свое здоровье, а? Стой, стой. Ага, что вижу стой? Тебя. Где ты? Ты да вот, откуда убегаешь? Вот... Объясни да ко я мне. Ты от первого лица батлишься? Нет, от так первого. Так я от первого, да. Блин, я тоже думал, от первого. От первого батлимся. Ну все, тебе конец. Блин, я почти тебя убил, у тебя здоровья почти не осталось. Потому что меня наковал еще один чувак. Все, блин, с какой у меня 11 левел. А, ладно, я прокачиваюсь. У меня 17 уровень. Ладно, я продолжаю прокачиваться. Иди сюда в сторону этого магазина одежды. Да я пытаюсь достать чувака, который меня стреляет. Вон он наверху. Так, ждем момент. Побежал, атакую. Есть, убил типа. Есть, я уже 18-го. Сколько у тебя убийств? У меня вроде 12. У меня... я не знаю, сколько у меня. Ого! Я еще одного вырубил. А это кто такой здесь бегает? Хоп! Это Марти. Ну все, тебе конец. Все, блин. Да, надо было мне прокачиваться. Ты там стоял, блин, махал этим мечом. Ну ладно, я качаюсь. Ну а ты что думал? Ты прохлаждаешь, что ли? А, все, 10 минут, наверное, прошли, потому что у меня очень медленно качается. Черт! Нет, у тебя же вот снизу написано время. Блин, в нижнем углу. А, да, кстати, и правда, минута 30 еще. Так, прокачиваемся, я... Есть! Вырубил, типа! Есть! Я с каким-то суперменом батлюсь! Тут, кстати, прикольно, они сделали, что можно по деревьям забираться на какие-то верха. Да. Еще эти штуки в воздухе летают. Какой же это эпичный батл! Да что вообще происходит? Остановись! Эй-ей-ей-ей-ей-ей-ей! Да! Оу, yeah! Я тоже хочу присоединиться! Я тоже хочу! Блин, но я чувствую себя каким-то непобедимым. Какой левел? Давай, говори. 17-й, да? 18-й. Почти 20-й. Блин, у меня 13. Черт. Ну, ты, конечно, этот. Да, ну бас. Что я могу сказать? О, там какое-то прикольное здание, самурай. Так. Почти вырубил. Есть. Еще одно забатил. Все, я лечу. Опять Супермен на меня нападает. Так. Да, убил Супермена. Двоих завалил один. Вау. Блин, у тебя там вечеринка. Давай, приглашай меня. Давай, иди сюда. А я вот вижу. Так, все, я 20 уровня. Я почти замочил. Черт, он улетел. Меня убили. И добил еще одного, слышь, я двоих добил. Так, Супермен вернулся. What's и up? Сейчас еще одного. Все. И мне дали плюс 1000 XP. Golden Nike Edge. Вау. Так, я уже и двоих завалил. Ну все нормально, короче. Я думаю, на 20 уровне мне уже можно остановиться. В принципе, я не знаю, чем здесь больше заниматься. Остановись, да. Слушай, а здесь ведь реально есть огромный меч, который воткнут в камень, но он не в небе. Да. О, сейчас еще одного убью. О, Марти, вот сам. Все, тебе конец. Да подожди, я вообще с другим давай, бочусь. Давай. Я подожду, давай. Где он? Блин, вот. Ты меня сбил. Вот он, за тобой бежит. Еще один. Да. Мочи его, Марти. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Да это я. Давай, как в Наруто, давай. А, да, блин. Че, тебя вынесли? Нет, вот я там, я тебя мочу и еще... Ха, я вас завалил. Да это не ты меня убил. Это я вас убил. Да? У меня 17. О, здесь есть кимоно на 18 и 20 уровень, ты прикинь? Ой-ой-ой, давай я фиолетовое кимоно, вау, выглядит прикольно.
Давай. Как тебе такое? Как тебе? Ну вы, конечно, умные. Втроем на меня напали. Умники. Ну все, тебе конец. Запомни мои слова. Да, давай, убей меня, тут не убьешь никак. Где ты там? Черт. Ну давай, давай еще. Спалили, блин. Я сел в это здание, засел. Я пока другого мочу. Черт, трудовато. Кстати, от первого лица даже, наверное, легче. Да, от первого лица намного легче. Ну, блин, дайте мне домочить, дайте мне домочить. Это ты меня, давай, давай, да, это я тебя убиваю. Где ты там? Привет, ты. Давай, поглощай мое оружие. Ты где? Ага. Так, я кого-то убил. Чувака убил. И сейчас тебя кто-то убьет. Никто меня не убьет. Привет, да, я тебя видел. Привечки. У тебя здоровья мало. А у тебя еще меньше. У меня тоже. Да! Съел лапу, да? Оу-е! Оу-щи! Ладно, ребятки, короче, на этом наш ролик подходит к концу. Ставьте свои лайки, подписывайтесь на наши каналы, если вы еще не подписаны, и оставайтесь такими же крутыми и веселыми. Адьос! Адьосе! Playtime!